Всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить Dark Souls 3. Остановился я на прошлом стриме на боссе Олдрик. Олдрик — пожиратель богов. В общем, по идее, что? Ну, более-менее я изучил как бы его тактику. Будем бомбить. Здорово, Андрюха. Будем бомбить его определенной тактикой. Короче, я немножко Я немного себе еще стаминки подкачал, чтобы, так сказать, пошустрее уворачиваться. Ну и, по-моему, больше все. Я больше ничего по уровням ничего не поднимал. Так что хватаем меч в две руки, зачаровываем его золотой смолой. Ну, чтобы лупить молниями. Да, в принципе, вот и вся тактика. Главное — убегать от стрел. Потому что стрелы — это 95%, даже 99% это стопудовый ваншот. Ладно, погнали. Главное, короче, от этого гаврика уворачиваться пошустрее. Тактика-то, в принципе, ясна. Главное все это дело совместить, так сказать. MR.Тостя. Опа, страдания, поди. Страдания. Ну, я надеюсь, что мы не будем страдать от того. Андрей, давай, чаруем меч. Ты без изображения сегодня. Да, у меня вебка. Приказала долго жить. Поэтому курим пока до зарплат. Так, если он у меня появился в одной части, так сказать. Ай-яй-яй. Я забыл переключиться, сука. Затупил. Короче, как, он постоянно появляется у нас по диагонали экрана. Ну, по диагонали арены. От этих стрел, короче, можно убежать, бегая по кругу. Ну, я сейчас затупил в том, что я не переключился. Забыл переключиться с этого, с молнии на Эстус. И, короче, он меня замочил. Ладно. Будем, так сказать, выдрачивать этого человека. Ну, как человек. Снова, естественно, там у нас в великой нашей сети интернет нашлись такие умельцы, которые, знаешь, его проходят там в тряпках и вообще без перекатов там и так далее. По-моему, это не мой случай. Так, вот здесь подождем. Да. Давай, чаруем заново. Оп, блять, прилетало. Заходим сразу же. Это все. Помчали. Главное его по хвосту наваливать. Да, и попадать, естественно. Оп. Оп. Не попал. Он сейчас по диагонали появится либо тут, либо тут. Все. Ай-яй-яй, вот я и налетел, короче. Все, я запомнил, короче говоря, как выглядит у нас, когда он только начинает стрелы пускать. Эх, урод. Значит, когда он вверх смотрит, ну надо, короче, и на него тоже обращать внимание. Он вверх смотрит перед тем, как запустить стрелы, и там звук такой есть характерный. MR.Тостя. Да это жестко. Да, да, вот стрелы — это жестко. Стрелы — это ваншот. Самый ПЗДЦ. Этот чел все три части подряд прошел вообще без какого-либо урона. Причем два раза с одного по три, все это за один стрим. Я видел то, что ту же самую секиру, которую Shadow Die Twice, проходят. Этот как он? Проходят на коврике танцевальном. Это круто. Ну это, в принципе, безобидная атака у него. Вот в голову ему хорошенько прилетает.
А вот эта штука урона много наносит. Киляем. Так, он появляется у нас в другом. Да, в другой стороне экрана. Все, целится. Топим, 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 топим. Прям бегом. Прям бегом. Вот, видишь, я ушел, короче, от атаки. А-та-та. А вот от этой не ушел. Сука. Дай встать-то хоть. Бегать надо от него. И наваливать. Блять. Все. Бля. МР.Точка. Хэппи Хоуп начал нахальный говорит Мирин, игру на его не воспринимает. Хэппи Хоуп начал, но Каэльник говорит в мире. Андрей Тиханов. Секира не так давно чел за 2 часа прошел с закрытыми глазами. Ориентируясь на звуки игры и память. Задротище. Да, кстати, я, по-моему, что-то такое тоже читал не так давно, то, что с завязанными глазами чувак проходил Секиро. Ну, это вообще кирдык. Так, давай, наверное, чё? Ладно, похер. Пока будем чаровать меч молниями. Главное, короче, тоже не жадничать. Стамина-то тоже не да, блядь. Стамина-то тоже не резиновая. Я жадничаю, пытаюсь ему больше урона влить, и отсюда, блин, он меня тоже карает за это дело. Андрей Тиханов, это как вообще возможно? Так возможно с закрытыми глазами игру проходить? Смотрел, кстати, про одного инвалида. Чувак, по-моему, он не слышит. Нет, подожди, он не видит, по-моему. Чувак, короче, не видит. И, по-моему, у него что-то с руками какая-то проблема. Для него братцы сделал определенное какое-то кресло, короче. И он по звуку проходит тоже этот... Марио, по-моему, 64. Причем он спидранер. Ах ты, падла драная. Так, теряемся. Все, стрелы пошли, давай бегом. От стрелы вот так вот лучше уходить. Все, стрелы закончились. Ах, вот на этот урон меня он ловит пока что. Надо учиться. МР.Тест. Мексикан ранер проходит курда туннели в жаба. Кто видел, тот видит. Так, все, уходим. Он появляется у нас тут. Кстати, у этого босса рандомные атаки, я смотрю. В основном. Все, не жадничаем больше. Когда он скрывается, желательно находиться. Ах ты, падла. Желательно находиться в середине экрана. Давай еще ему попробую, да, залить. Все, и валим, 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 да сука. Мексиканран проходит турбо-тоннель в жабах. Кто видел, тот видел. Но Мексиканран вообще, в принципе, жесткие игры проходит. Он вообще, типа, чуть ли не спидранер всей Руси, так сказать. У меня вообще, по-моему, все игры, которые сложные, которые... обычному, скажем так, смертному не подвластны. Он проходит их на изи. А потом еще ставит мировой рекорд. Ну, надо думать, если чувак придумал свою категорию, типа хейтерс, по-моему, да? Хейтерс что-то такое. Хейтерс персон, по-моему, в этих... в Капхеде. В Капхеде. Так, раз... Второй, третий, все, поехали. Чаруем меч, погнали туда, падла. Ну, кто-нибудь да долбанет обязательно. Не попал.
Hostel.host. Да хейтер процент. Ну вот. Я чуть не отъехал сейчас. Так, где он? Угу. Все вижу. Да, блять, он не попасть по нему, сука, а. По нему к нему близко подходишь, он начинает лупить, и тут же ты не видишь, чем он занимается у себя там наверху. То есть не видишь, когда он запускает шквал стрел вот этих. А, беда разрушения. Ну ничего, мы сейчас придрочимся. Жалко то, что этот, как его скоро у меня молнии закончится. Придется так его мудов. Ирил, подчеркивание. Голоси. Гусь с горы передает. Всем привет. Здорово, Гус Фраба. Ничего ты что это? Называй Гус Фраба. Я вот не помню даже с какого этого фильма, но так психолог научил. По-моему, Эдама Сэндлера успокаиваться. Типа, говоришь Гус Фраба, короче. Тебе все ништяк. Я отвлекся на вливание урона и получил сам, блин. Ну, рандомный чувак этот, Олдрик. Он по-разному всегда лупит, как ему заблагорассудится. Самый, наверное, оптимальный вариант, чтобы он... По крайней мере, не сразу использовал свои сраные стрелы. MR.toaster. Гусь рода. Один из криков в Скайриме. Ну, я особо в Скайрим не играл. Ирил, подчеркивание. Голосим. Гусвраба звучит как со Скайрима. Возможно, возможно. Да, ну, блин, ну, и зачем? Подчеркивай, Галуси, Лу, Гуси думают одинаково. Думаешь? У них типа стадное чувство, вся херня. Все, надо валить, да куда ты лупишь-то, ну? Ну, это рандом. Я пока замахивался на второй удар, он мне лупанул стрелами. Вот урод. Причем я уже слышал звук, я звук услышал вот этих стрел, но тут я уже ничего не смог сделать, у меня анимация проигрывалась удара. Печалька. Будем страдать. Интересно, сколько будет страданий в Elden Ring? Ну, насколько она будет казуальной? Типа, ну там сложность сделают, чтобы и дети могли как-то полабать. Ну, подростки там, я не знаю. Менее хардкорные игроки. Ирил, подчеркивание. Голоси. Хороший босс. И стрелы шикардосны. Очени на всю зону. Ну, в принципе, они конкретно на тебя ориентированы. Так что, ну, почти на всю зону. Они атакуют тебя. А потом уже все остальное. Стрелы, а нет, он просто свалил. Так, встаем на середине. Должен появиться или тут, вот тут. МР точка, я думаю, что все потерял. Блять, я не успел. Да, ну куда ты лупишь-то? Я не знаю, либо по одному удару ему наносить и просто уже ориентироваться, что он сделает дальше. Либо
Хрен его знает, просто слушать. Ивил, подчеркивание. Галуси. По прохождению демки ринг выглядит проще. Конечно. Честно, не хотелось бы видеть упрощение. Ну, мне кажется, знаете что? Мобов сделают попроще. Но, допустим, каких-то локационных боссов там или боссов какой-нибудь, ну там подбоссов, которые находятся в этих каких-нибудь пещерах там, их сделают, ну, первых, то что дали в демке, их сделают довольно-таки несложными, но потом выкрутятся сложность просто до чертика. Ну типа все же видели в демках то, что там все бились с рыцарем. Рыцарь такой на коне. Ирил, подчеркивание. Голосы. Отбедим у ринга, прошу. Так, все, я встаю на середину. Справа или слева? Слева. Что делать будет? Все, валим. Вот, я от стрел ушел, окей. Но я не ушел от этой хрени. Тихо, ну, уходи, уходи. Все. Все, и валим, наверное. Все, я понял. Опять стрелы в ход. Мне стамины вполне за глаза, чтобы от этих стрел уйти. Не попал. Давай еще разок. Еще, ну, лупи его. Валим. Все, вторая фаза у него. Мощно прилетело. Все, уходить надо. Уходить. Ага, я заметил эту атаку. Андрей, тихо. А после сразу еще бокс. Не расслабился. Да, хорошо, я помню, что... Ай! Дальше там сообщиться пойдет. Да, блядь, он не дал допить даже, сука. Да, я помню, дальше там сообщиться. Там она тоже веселая. Надеюсь, мне заново Олдрика не заставят проходить. Если его, конечно, вообще получится его пройти. Там сообщиться тоже веселая, я помню. Поэтому я совершенно не расслабляюсь. Еще надежда на то, что нам показали только совсем малую часть карты. И чел на коне легко убивался вокруг камня, а дракон так вообще с полпинка откидывался. Такое себе, открытый мир вносит свои нюансы. Кинопридира. Танки удалил, надоели, бесит. Здорово, кинопридира. Я не знаю вообще, зачем ты в танки играл. Подчеркивание. Голоси. Танцовщицу легко с жопки тыкается. Так, надо еще до этой жопки добраться. Я думаю, что в демке Elden Ring, но они же не дураки, нам показали самую малую часть. Андрей Тихонов. Ну она такая, забавная сучка. Так, он сразу же атаку эту хлопает, урод. Нормально, я уйду. Опа. Ну, первый раз мне, кстати, повезло. Я пока отставал, он мне еще тут ошмалял. Да ты дашь по себе-то трепнуть, нет? Ну? Все, он уходит. Ирин, подчеркивает. Гауси. Сучка с гусиной жопой. Так, давай. На. Да падла, я чуть не отъехал.
Все, валим. Хилимся и уходим. Все, атаку заметил. На! Ну вот это я не мог видеть просто. Все, уходим. Уходим, 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 валим. Так, где он? Угу, вторая фаза. Все, уходи. Ну, стабильненько, стабильненько. Я ему половинку-то отгрызаю уже. Придира. Я взбесила, что тяжелые танки некоторые картонные, все меня пробивает, кому не лень. Ну, потому что кто-то этим танкам посвящает 90% своего времени и валят танки полегче, вот и все. Я думаю, что подобные игры, они довольно-таки несправедливые. Знаешь, как мобильные есть игрушки, которые... Ну, ты устанавливаешь игру, подходит к тебе чувак какой-нибудь, который задонатил там, не знаю, 2000 долларов. И просто убивает тебя с двух тычек, а ты там, не знаю, 2 года качался. Вот и все. Хочешь быть крутым, плати бабло. На то я не построен. Максимально вытащить с игроков деньги. МР. Тостер. Валя, Катюм, я не валя, я Катя БЛ. Я и Катя Валя. Кинопреди. Там баланса нет, блин, несправедливо. Охрена он мне упаял. А я до него не достаю. Все, я заметил. Стрелы поперли. Да. Ну, по этим атакам он всегда мне без проблем, да. Ну, вот это вот, конечно, было неожиданно. Обычно он никогда не стрелял по 3 раза. А тут он мне даже встать не дает. Падла. Во многих кинопредира играх нету баланса, особенно которые онлайновые. Кстати, что-то новенькое, 3 атаки вот эти вот лучом подряд. Обычно он так не бил. Видимо, это падла настолько рандомная, что тут чисто как повезет. Ну, типа, знаешь, там из 10 забегов у тебя есть 1 удачный. Примерно вот такой шанс. Но ничего, тогда я, короче, пока меч зачаровывать не буду, чтобы молнии не тратить. Просто подрочимся, как говорится. Проходить этого клоуна. Атакушки его получим. Тихо, валим, валим. Ну что, ты что не бежишь? Бля. Серьезно? Он просто не захотел бежать. I need right now. Бежать. МР. Тостер. Просто картошка слушает коммунити, и поэтому игра стала гамма. Возможно. А многие, кстати, игры вот так вот по просьбам игроков испортились совершенно. Ну, типа, всем не угодишь, и начинается вот это перетягивание одеяла там и так далее. Слушаем, слушаем босса. Угу. Все. Ну, от этого нормально, можно вот так вот просто взять и удрать. Почти на всю поверхность сволочь лупит.
Вот я не попал. Ну потому что крутится еще не забывает. Оп, заряжено чуть-чуть ему. Походу он уехал, да? За текстуры. Я смотрел, как кармик его за текстурами просто лупил. Кинопредит. Я вчера купил камикадзе Ретильва Эля Мельки с барабаном и поиграл 20 боев, унижали как хотели, все, блин, этот сарай не может сдержать снаряд даже в башню. Мне в силу кидает все, и я умираю, это же ДТ, блин. Да серьезно, ну как? Все, валим, валим, да какая, какая анимация, что ты делаешь? Очень долгие издамаки. Это минус двуручки. Лупит сильно, но долго. Как вот, я смотрел, как кармик, залезая под текстуры, лупит его прям внизу, под этой вот площадкой. Ну, под ареной прям. Ну как? Ирил, подчеркивание. Галуси. Отцовские замахи. По шее. Да, отцовские лещи, конечно. Но видишь, надо же еще попасть этим отцовским лещом, он же уворачивается. Ты начинаешь замахиваться, лупишь, получается, воздух, а он уже где-то там, он уже где-то за тобой. И начинает шмалять, он просто спамит иногда ударами. И вот видишь сейчас, как получилось. У него пришлось то, что 4 луча даже подряд. Спасибо за донейшн. Скр-скр-скр. Thank you for donation. Северному стримеру с гусиной барской шеей за прорыв. Спасибо, Серега, за поддержку. Ну и за этот, как его, за рукава. На пол экрана. Ага, вот он и погнал. И погнал. Ну, серьезно, в сторону. Да как? Падла, а? Я уходил в разные стороны, пытался от него свалить. Но он просто спамит ударами. Надо близко к нему держаться. Тогда он начинает меньше лупить молниями и больше стараться мне врезать вот своим посохом. Но иногда он просто не дает к себе подобраться. Ладно, чем могу сказать? Будем страдать. Мы же для этого тут собрались, правильно? Поумирать, покипеть, так сказать. Пожарить очко. Причем я тут посмотрел, DLC даже к третьему Dark Souls, они очень большие, объемные, так сказать. А, неужели я в него попал? Но он попал в меня сильнее. Молодец. Вот по башке самое то ему треснуть. По хвосту ему, конечно, не так прилетает, здорово. Все, уходим, уходим. Тихо, 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 тихо. Давай даже дважды. Ну, да. Попадает. Я сейчас даже просто на ноги нормально подняться не успел после переката. У меня треснул третий удар, я покойник. То есть, он делает два удара, у тебя нету жизни. Он делает выстрел стрелами, у тебя нету жизни с одного удара. Отлично. Продолжаем разговор, как говорится.
Я вот не помню, по лору, вот этот Олдрик сожрал вроде того чувака из первой части, который в коридоре исчезал. Босс такой, забыл, как его зовут. Скр-скр-скр-скр, спасибо за донейшн! Скр-скр-скр, thank you for donation! Поддержим страдальца. Спасибо. Спасибо за поддержку. Я думаю, мои страдания... Тихо. Скоро прекратятся. Ну, как сказать. Просто мои страдания должны переместиться на другого босса. Надеюсь, что так. Да серьезно. Ну, все, он заспамил, короче. Падла. Просто гнида не дает к себе подобраться никак. Все, валим, валим, валим. Ну какая анимация, ну что ты делаешь? Где он? Пока я его нашел, короче, он меня уже присунуть успел. О, беда. Ну куда, 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 куда? Жесть. Он бешеный, короче, вообще. Но это далеко не сложный босс, как все говорят. Хадукин. Он мне, по-моему, сделал шаринган немножко. MR.Toaster. Он сделал тебе Хадукин. Подожди, или как эта штука называлась? Наруто, такой шар, короче, синий. Или он их так их и назывался, Хадукин? Та, шаринган это вообще типа глаз, который там типа... Ирил Гаоси. По щекам он сделал. Ну да, это тоже. MR.Toaster. Розенган. А, Розенган, вот, да. Сделал мне немножко Розенган. MR.Toaster. Бездарь. Ну, я не должен быть осведомлен, чем там Наруто занимался в свое свободное время. MR.Toaster. Наруто не знает. Ну... Все, но всего Наруто я не видел. На это надо, наверное, большую часть жизни потратить. Так. Все, киляем, киляем. Ну куда ты лупишь-то еще? Наваливает и наваливает. Ты смотри какой. Все, валим. Давай-ка даже, наверное, филанемся чуть-чуть. Чтоб себе дамага повысить. Где он? Я заметил. Все, топим обратно. Эх, еще бы ему похвостятины-то, а? Вот так вот. Ну, давай, стамина, где моя? Уходим. Половинку-то я у нее открыть. Теперь самое, наверное, сложное, да? Опа. Ну все, он полетел. Валим. Валим. На второй пайве Дольф предстрел на тебя лупит. А-а-а! Это было больно. Я сейчас точно не знаю. Максимально, наверное, дамага мне прилетело то, что он посохом долбанул. Учим вторую фазу, что могу сказать. То меня сейчас он резинганами запинает. Кстати, Андрюх, ты здесь? Который Тихонов? Ай.
Я не достаю просто до него. Поначалу. Все, уходим. Ништяк. Угу. Вижу атаку. Ну что-то не хилился. Да, ему важнее треснуть. Ну да, все понятно. Тебя за эти как. MR.toaster. Кстати, коробок скупил Blizzard и Activision, кто чего думает? Я думаю, то, что надо в скором времени ждать выхода новых, быстрее новых игр, потому что Blizzard в последнее время очень долго занимались, допустим, ну там типа они анонсируют игру и делают ее лет 8, не знаю. Ну или ту же самую мобильную, вот они Diablo Immortal анонсировали уже сколько лет, 5 назад. До сих пор это просто мобильную даже игру не могут сделать. Так что, так как майки купили, скорее всего, игры будут выходить чаще и быстрее. Они подключат больше людей, у них больше бабла, больше, кстати, всяких рекламных будет хреновин там, ну и так далее. MR.toaster. Это только на плюс Близзарда. Всегда делают долго. Так вот, а теперь будут быстрее. Так что... Ждем скорейшего выхода Диабло, допустим, ну и так далее. MR.toaster. Это уровень. Ну, уровень, но мне кажется, знаешь, они отставят людей, которые шарят вот за этот уровень. Они людей оставят и будут просто чаще выпускать игры. Зачем им увольнять кучу сотрудников просто так? Тем более, если они делают годноту. Людям нравится. На том и счет, короче говоря. Блин, я думал, он сейчас будет стрелы пускать. А теперь будет. Валим. Это все идет к тому, что Microsoft становится монополистами. Они скоро таким образом очень сильно подрежут Sony. Так, все, топим. Ну почему я не попадаю это по нему? Эй! Главное, чтобы он перекат не делал во время этой атаки, а именно просто бежал. Пей. Блядь. Секунду, я просто в секунду не успел поднести, так сказать, фляжку к губам, чтобы напиться живительной влаги. И он мне треснул как следует в рожу. Спасибо, Олдрик, ты лучший босс в мире. Я думаю, то, что Microsoft скоро... Я думаю, то, что Sony скоро просто станет монополистом, и Sony ничего не остается, как не останется, скорее всего, как просто все свои студии продать, мне кажется. Ну, оставить себе одну-две, там, знаешь, типа, конкретно Sony Entertainment какой-нибудь там. Ну и парочку эксклюзивов за собой, типа... Какой-нибудь Last of Us там. Ну, что-нибудь такое, знаешь, простенькое.
типа Returnal. И все. Будут чисто выпускать консоли, ну, потому что это выгодно. MR. Соника сейчас последние годы. Sony косячит последние года, ну да, возможно. Но они-то, скажем так, не очень осознанно делают, я думаю. Так получается. Ситуация. Кому охота, знаешь, там, допустим, бабки-то терять на ровном месте. Да. Я хотел слинять за колонну, но не получилось. I'm sorry, I'm late. Они что же, видишь, своих Sony, свои эксклюзивы не от хорошей жизни-то продают, типа God of War, допустим, там. Сусиму, мне кажется, тоже скоро толкнут. Ну вот с Bloodborne пока не совсем понятно, но поговаривают, но опять же. Разговор это дело одно. Uncharted, Uncharted, вот, пожалуйста. Скоро тоже будет на ПК. И получается, у Sony ничего такого знакового-то не остается. Плюс еще большая цена на консоль, которая сомнительного качества. Плюс еще тяжело достать. Вот это тоже, кстати. Причем, ну это все студии подкосило конкретно. Ну, не студии, точнее, а вот. Платформа держателей, так сказать. Ну слушай, сейчас в принципе уже первая фаза более-менее получше получается. Конечно, не вид приключений, но чуть-чуть получше. Не достал, опять не достал. Давай-ка еще разок. Лучше полную жизнь хранить, потому что у меня там кольцо напялено. МР. Честно видел ферму по битву на ПС. Так, все, не жадничаем. МР. Но вот на коробке не встречал. Тихо-тихо-тихо. Все, пикаем. Я чуть не отъехал от этого товарища сейчас. Ну куда, 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 куда? Не вижу я его вообще. Блин, у меня фляги закончились. Почти. Серьезно? Я даже не заметил. Видел фермы по битку на PS5, но вот на коробке не встречал. Я не знаю, может быть, это просто невыгодно. Может быть. Может быть. Я вообще насчет фермы этих никогда не интересовался. Как это даже работает на курсе. Надо C
сильно экономить на фляжках в первой фазе. А у меня на вторую ничего не остается. На все надо экономить, естественно. Ну куда ты прыгаешь? МР точка тест. Работает так, что даже Китай не вывез по энергетике. Надо в России электричество покупать. Он сейчас прыгать начал вместо того, чтобы бежать. Как это работает, я не знаю. Иногда персонаж делает совершенно разные вещи, хотя кнопки ты прожимаешь одни и те же. Но в этом, наверное, и заключается Dark Souls. Потому что ты нажимаешь, допустим, раз-два, он тебе делает одну удар. Допустим, вот я сейчас дважды нажимаю кнопку, а делает один удар. Но иногда делает он их два. И пока он не сделает два удара, другие анимации не проигрываются. Отзывчивость, вот в чем сложность, наверное, данной серии. У тебя персонаж не быстрый, как мы привыкли. В платформерах, либо других каких-то RPG-ках. Ну, допустим, прикинь, если у тебя у того же самого Ведьмака задержка бы в анимации ударов была, ну, хотя бы на полсекунды больше. Тогда Ведьмака, наверное, можно было бы вечность проходить. МР. Тост. Мне кажется, надо бить побыстрее. Меч побыстрее. Но дело в том, что быстрых мечей нету прокачанных. Нужно, так сказать, понять формулу, как его проходить, и даже с таким мечом. Неважно, в принципе, какое у тебя оружие. Главное вовремя треснуть по нему. Как говорится, все дело в этом, как его, не в размере лодки, а в волнении океана. Вот сейчас он, я ему нажал, чтобы он пил эстус, но он начал лупить по нему, как бешеный. Опять, он не пьет, он не лечится, он начинает его мочить. Почему-то пнул сейчас, вместо того, чтобы лечиться. Тут удивительные вещи с ним происходят. Тихо, ну пей, пей быстрее, дважды, но... Еще замедленная анимация от хила. Ему нужно время, чтобы, типа, пока он из у себя, типа, из кармана, там, не знаю, неважно откуда, он достает флягу, подносит ее к жальнику своему, начинает употреблять это, ну, я думаю, что секунда, где-то полторы, а то и все две. То есть... Это тоже надо учитывать. Некоторые боссы таких окон не дают просто, и тебе надо как-то изворачиваться. Все дело в тайминге, я думаю. Если ты привык к таймингу Dark Souls, то типа они для тебя все будут одинаково, ну, одинаковые. Они будут не простые игры, но они будут примерно одинаковые Dark Souls. Типа одна и та же механика. У тебя есть удар, у тебя есть анимация на отхил. Все, валим. Вот я сейчас еле убежал. Вот
Вот пока я пил, у меня прилетел дамаг. Да, возможно, ты прав. По одному удару, но у меня неэкономно расходуются фляги. Вот он уже исчез, а я до сих пор его добивать продолжаю. Так не должно быть. Но я вот сейчас не понял даже, от чего я подох. То ли то, что я в огне стоял. Не знаю, дамажит он, нет. Я не успеваю даже посмотреть. Это чисто тайминг, это механика. На, в принципе, на все на механике Dark Souls как бы построена. Вот, вся механика. В секундах, вот в этих вот анимациях. MR.тостер. Жадничек. Возможно. Типа я слишком пытаюсь много ему дамага влить. И отсюда у меня не остается стамины, знаешь, я не могу уйти вовремя от него. Возможно. Давай попробуем. Надо все перепробовать, все тактики, так сказать. У нас, чтобы появилась какая-то тактика, и мы, чтобы ей придерживались. Все, и валим. На середину встаем, он спрятался. Сейчас он должен где-то тут появиться. Подходим ближе. Ах, вот это зря я не успею. Но вообще на тоненького. Мне просто повезло. Я сейчас в секунду какую-то уложился. Все, уходим. Хиляем. 10 фляжек. Сразу же хилим-то. Да, и он мне не дает просто это сделать. Если бы я сейчас, вставая, нажал бы анимацию переката, возможно бы я ушел от третьей подачи. Но, видишь, я же не знаю, как он будет действовать. Поэтому я нажал на отхил. И пока я жрал эстус, он мне все остальное снес. Та-дам! MR.тостер. Не хилься, а перекаты. Так видишь, надо перекаты тоже вовремя делать. Ну, это, я как бы, скажем так, мозгом примерно понимаю, что надо делать, но надо же это еще, как сказать, с туловкой связать, чтобы все вместе сработало. Вон сколько я к Йорму тому же самому бегал, чтобы определенный порядок действий запомнить. Все, можно уходить. Вот этот круг дамажит, он у тебя половина здоровья сносит. Так, а почему он не там появился? Главное перекат не начать делать, когда он стрелы запускает. Я после переката долго встаю. Плохо. Ирил Гаус. Прогресс на лицо. Ну, серьезно. Да никакого, Серег, пока прогресса нету. Пока он меня просто как щенка, то в первой, так сказать, в первом раунде уделывает, то во втором.
Максимум я ему четвертушечку оставлял. Все равно. Он во второй фазе пока еще не совсем понятно, что. Что творить? В принципе-то, у него ничего не меняется во второй фазе. Он просто огнем начинает пышить, как бы, и все. Атаки-то у него те же. Что я не знаю, все время меч молниями мазать, но, блин, они же когда-нибудь поймают свойство, закончится. Вот и поехали. Ну, я не мог это увидеть, конечно. Падла. Поторопился. Андрей, тихо. Час прошу. 57 минут. Да. Сколько у тебя, Тихон, занимал этот босс? За мага, да? Сколько, если ты за мага лобаешь, этот босс занимает время? Я думаю, вообще, да, ерунда. Типа с первого, со второй попытки. Хотя он, по-моему, каким-то магическим штукам вообще, типа, не подвержен урону. Ну, типа, у него иммунитет каким-то магическим атакам. Потому что он, типа, сам маг. Я сейчас, почему я не достал по нему? МР. Тост. Тихон у нас вообще жесткий, я думаю, со второго края забил на смерть бутылку. Возможно. Андрей, тихо. Со второй попытки в этот раз прошу пироманку. Ну вот, видишь как. Вторая попытка, но... Пироманты, маги, они все неконтактные. Мне, чтобы хоть как-то ему задамажить, надо же подойти к нему. Андрей, тихо. Первый раз игра, но там такого накачал, что ПЗДЦ. Часов 5 бива не прошло. Подожди. Вообще стамины нету. Да падла, ты драная, а? Так, подожди, не совсем расслышал, что ты написал. Андрей, тихо. Ну почему так? У меня крестённая рука. Тоже чутка накидываю. Ну, быстрее пей. Твою мать. Ну, три фляги осталось. У меня и у него бы пол здоровья. Все, мне хана. Со второй попытки в этот раз прошел пиромантом, но почему контактный? У меня при темной рукой тоже четко накидывал. Но видишь, все равно тебе к нему, допустим, можно его дамажить на расстоянии. А у меня нет, мне надо к нему именно подойти хотя бы на расстоянии, сколько там, 1.5-2 метра, чтобы втащить ему как следует. Вот пламя пироманта, она все равно подразумевает какое-то расстояние.
То есть он, допустим, когда вот подполз, чтобы свалить, он такой круг возле себя запускает, темный. Вот. Этот круг у тебя тоже половину здоровья сносит. Если ты лупишь его пиромантом, то ты уже в этом кругу не окажешься, тебе как бы, ну, позволяет рейндж. То есть сила удара, длина удара твоего позволяет в этом кругу уже не находиться. Отсюда. Андрей, тихо. Как-то так. Чё-то у тебя урона прям маловато идет. Ну, меч не смазанный. Вот это зря, вот это зря. Зря он опять прыгнул. Самостоятельно причем прыгает. Хоть уходи. Урона мало, я знаю. Да что такое-то? Я больше сам урона получаю. Я как бы дохожу до второй фазы, но и все. Единственное, только во второй фазе попробовать, да, твою мать. Во второй фазе попробовать смазать клинок. Все, с тебя сходи купи. Я уже сходил. Так, отхил, хорошо. Хиляй, еще. Варим. Ну серьезно, ты бежишь от стрел, чтобы на другой урон нарваться, ну как? Вот падла, а. Да чего он душный? Взял только молнию, зря просрал. Час, час, твою мать, ну, я уже мозги мне получит, а там еще танцовщица. Ирил Гаоси, мутусь его по кончику хвоста. Так ты не будешь попадать под круговой каст. И появляется он всегда в одном из четырех углов. Ну это понятно, что он в одном, он же не может в двух углах появляться, это ясно. Но по кончику хвоста ты попробуй еще подойди к ним. MR.Toaster. Я пошел, скоро буду. Давай. Надо же еще, он же крутится постоянно. Ну то есть как червяк извивается. Смотри просто, вот ты бежишь к нему. Окей. Не в этот раз бежишь. Но он спамит ударами, как только ты пытаешься к нему подойти. Вот как? Мне попасть по кончику хвоста. Все. Походу валить надо, да? Не успел я пока долбануть его. Ирил Гаоси. Ну, я не успеваю просто подойти к его хвосту. Он убегает куда-то постоянно, он же тоже двигается. Блять.
Сейчас, короче, попробую коротенький меч. Вот этот. Эвил Гаоси, перекури. Взял зачем-то. Тестился, бахнул. Вот попробуем. Попробуем просто вот прям с мечом, коротеньким. Глядишь, может, что получится. Правда, видишь, его нельзя ничего, ни молниями намазать, ни хрена. Ирил Гаоси, ратуша мудрствует. Падла. Он за тобой, всегда. Сука. Сейчас еще раз коротким попробую. Может, повезет. У всех, короче, там сколько я видел, наверное, 3-4 посмотрел тактику этого Олдрика. Все пользовались короткими мечами. Ни одного, по-моему, я не могу вспомнить, по крайней мере, чтобы пользовались длинными. Но на тот момент у них, наверное, эти короткие мечи были уже довольно-таки прокачаны. Ну, типа, я пользуюсь на точке плюс 2, а там, наверное, уже плюс 5 к нему идут, знаешь. Возможно, я не исключаю. Об этом же люди не показывают. И сразу он слинял просто. Ну, добил. Вали, 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 вали. Да быстрее. Ну быстрее, чё ты тупишь-то? MR.Тост. Сложный юмор. Блядь. Прихожу на репетицию, а тут басист соль долбит. Ну да. Ну, скорее всего, не сложный, он это комплексный юмор. Вот и хрен знает, то ли у тебя перк тупит, то ли у тебя оружие неподходящее, а может и все вместе. Ну, плюс еще, естественно, ты сам тупишь. Как же без этого? Короче, последний раз попробую с этим, с коротким мечом. С азиатским. А если нет, тогда берем обычную, ну, двуручку и пробуем с ним что-то делать.
Не ушел я от этой атаки. Да. Всякое говно в тебя летит, плюс он еще сам лупит. Нахилься ты быстрее. Эх, ща бы ему по хвостине бы долбанул еще. Разочек. Понятно. Бежим. Мало урона. Мало урона меч наносит. Ну, зато он сшибает. Да, я тупо до нее не довязал. Здорово, Антох. Короче, берем меч двуручный. Не катит. Не катит, мелочь это. Я у него даже четвертуху не снимаю. Ирил Гаоси, перекаты зай больше. Стамин это тоже, видишь, не особо остается на перекат. Андрей Тихонов. Тоха, привет. Так, че, я уже забыл, аж чем я пользовался. Может, голубым фламбергом? Хотя нет. Фламберг меньше. Фламберг меньше снесет. Стой. А что если, допустим... Антонов, привет, родной. Пробовать его в одной руке держать. Сейчас, подожди. Есть, короче, одна идейка. Вот так попробовать. Он пошустрее лупит. Он что-то между одноручным и двуручным. Да, идите в очко. Нашмалял и ушел вниз. Давай, давай, пробуем, короче, этим мечом лупить эту мразь. По-моему, с ним как-то шансов побольше, хотя это может быть типа самовнушение. Давай быстрее вставай. Я прям перекатом налетел на это дерьмо. Да серьезно. Обычно он стрелы не юзал. Планировался урон вливать, потом, когда уже прогнал анимацию удара, глянул на жизни, все. Я уже понял то, что я не жилец, когда он только начал замахиваться. Красота. Не, ну слушай, по-моему, вот таким мечом вроде ничего, как бы, держа его в одной руке. У меня не так стаминус носит, и я могу больше, типа, замахов сделать. Ирил Гаоси, смерть. А. Ничего, ничего. Нет непроходимых игр. Ну ладно. Ладно, я до него достал. Ну и он до меня. Это что-то новенькое.
прямо на середине арены начинает использовать. Падла. Ну опять та же самая ошибка. А надо без ошибок. Давай сейчас, наверное, забег сейчас попробуем и перекур. Потому что-то подгорать от этого товарища начинает. Стамина не остается. Валим. Ай-яй-яй, ну беги, 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 ну, беги. Ой, как ушел вообще. Чудом. Гнида. Ну, забавно. Давайте перекур. Сейчас подойду.
Поехали дальше умирать. Промахнулся дважды. Сейчас мы ему этот набалдашник отчекрытым, конечно. Правда, сколько времени займет, это вопрос. Ай, переборщил. Переборщил сливом. Я думал, я подох, но я успел выпить и от этого подох. Это было забавно. Я уже приготовился заново бежать, уже все, расслабился, так сказать, положил гимпа. Андрей Тихонов, кто минус? Кто писал, что во время стрел за родника вставать нужно, но я не пробовал. Ну, во время стрел, типа, пишут то, что можно укрыться еще за колоннами. Он же их разрушает еще к тому же. В чем особенность? Нет, по-моему, оптимально с отстрела уходить просто бегом. Просто бежишь и все, как бы. Причем желательно вот не прямо бежать, а по кругу немножко. Ну, то есть создавать дугу, короче говоря. По дуге бежишь, и ты как бы от него далеко не уходишь. Плюс еще... Да, уроды сраные. Плюс еще как бы... Ну и отстрел, они за тобой не успевают. Ну, этому тоже надо научиться. Взял инвиза, мне пол здоровья снялся. Я слишком близко к нему находился. Вижу свои ошибки, но связать все вместе не получается пока. Ничего, расковыряем. Долго бежал. Пиляем.
Бог нет, вот. Подла. Да, я вижу, что пытаюсь максимально ему налупить, и потом ни на что не остается, и тут же попадаешь под удар. Да. Да. Надо все нюансы, короче, учитывать, и тогда все получится. А нюансов типа можно посчитать. Во-первых, надо экономить стамину. Когда один удар, ты делаешь перекат, допустим. Когда другой удар, ты убегаешь. Потом он уходит в инвиз, то есть прячется под пол. Ты должен отходить от него. Это третий нюанс. Ну или четвертый. Ирил Гаоси. А еще с бабками соседскими не здороваешься. А че с ними здоровался? Они недостойны. Я снова вот в этой уговороты оказался и получил за это. Рано, но я дотянулся до него. Все, отходим. Какой? Все вижу. Валим, 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 валим. С какой? По идее. Не вижу. Так, давай попробуем по дуге бежать. Ну вот как-то так это надо делать. Я сейчас чуть не подох, но... Беда происшествия. Старался сейчас причем не жадничать вообще. Ну, на второй фазе. Все равно, я не успеваю. И подойти к нему, и отойти от него. Причем это надо вот в каких-то определенных промежутках делать. Так, чтобы он не начал спамить атакой, которая на расстоянии. Ну, вот этими лучами своими. Типа среднюю дистанцию держать себя. Вот подула. Ирил Гаоси, умираешь ты, а нервничаю я хер. Я тоже нервничаю. Давай по кругу. По кругу и наказываемся прямо за ним. Вот где он? Почему я его не вижу? Что он сквозит по всей арене, сука. У меня стамины не осталось. Ну да. Ну я оказался в кругу как раз. Все, уходим. В противоположной стороне будет. Где? Не вижу. Плохо. Давай по кругу. По кругу валим.
Все, хиляю. Ну, мне почти повезло. Все, лечимся. Все, валим. Должен противоположный, по идее. Да. Все, уходим. Все, уходим. Я так и так. Противоположная сторона. Где? Угу. Тихо, лечись. Противоположная сторона. Все, уходим. Бля, как сердце колотится. Но последний податель. Ну, сдохни, сука. Есть. Покойник. Хорош. Ух! Это было поучительно. Какая падла. Все, полетели к танцовщице. Ах ты, ведь из негорящих. Пламя затухает. Пламя ждет последнего повелителя. Топаем к танцовщице. Ебай. Еще какая еба. Весь Лотрик в твоих руках. Сейчас мне будет танцовщица чучу мандрючить. Пожалуйста, сохрани эту душу. Я так понял, ее надо на трон, да, потом поставить? После танцовщицы. Если я не ошибаюсь. Андрей Тихонов. Ура. Выдыхаем. Готовимся к следующей жоподерке. У меня 7 эстусов. Угу. Ну да, тут, в принципе-то, делать больше нечего, кроме как эту падлу. Я вот думаю, может почистить немного вот это вот все дело. Хотя... Ладно. Как говорится, была не была. Да будет супруг. Давай. Выходите. Товарищ танцовщица. Повелитель. Он наверняка. Мой дорогой принц Лотрик. И чё? А можно 56 козырей потратить бегать? Погоди. Мне аж интересно стало. Но чисто для эксперимента. А, костер. Блин, где же он тут? Слушай, давай мы так попробуем сделать, да? Костер вот тут внизу. Тут не закрыто. Зачем мне лишний раз правильно бабки просучивать? Мы сейчас и эстуса восстановим. И деньги с умом потратим. Коль дают возможность... Чё бы нет-то, а потом душу заберем. Потому что, ну, с первого трая там защиты не пройти, я понимаю, это очевидно. Просто у меня 56 кусков улетят, и все. Так, по-моему, вот душу, которую я получил, типа, синенькую такую, ее можно куда-то вот на трон поставить, если я не ошибаюсь. Ну это типа по сюжету так надо. Это же один из четырех нужных мне этих. Не сюда. Один из четырех богов или что-то такое, вот этот Лотрик. Вроде такой за место. Давай вот так сходим.
как раз я смогу пару левелов поднять себе на этот. Что написано? Эвил Гаоси. Также двигайся постоянно не по прямым с басом. Порхай как бабочка. Жаль, что сегодня снова не пятница. Угу. Тут, короче, гиганта Йорма, я так понимаю, нужно было душонку-то поставить, да? Предложить пепел повелителя. Угу. Йорм был первый. Хорошо. Это у нас, по-моему, два брата-близнеца, да? Я помню, что надо этот, как его, ну, так, по-моему, один или два раза я смотрел по спидрану, как чуваки проходят, типа, они за жопу там совщицы заходят. Так, а это кто такой? MR.Toaster. Сегодня лучше, сегодня суббота. А, точняк, сегодня же суббота. Прикольно. Какой-то пепел повелителя. Я вот не знаю, это пепел Лотрика или нет. Так, может сюда надо? Нет. Тут, наверное, финального, да, босса надо? Король Лотрик. Последняя надежда ну, что не так-то? Не знаю, может с этой душой побегать надо? Понятно. Давай вот сюда. Пепел повелитель. А, ну вот это вот то, что неубиваемые-то были-то, где там толпой их надо мочить. Раз, два, три. Ну, теперь, по идее, Лотрика надо. Пепел. Ну, давай еще раз попробуем. Может, ну, последовательность какая-то? Гравировка. Праведный король Лотрик. Последняя надежда рода. Ну, это его трон. Это не работает. Это с тобой что? Только не говорите то, что я тебя типа сагрил. Я случайно. Ряд. А то как получится с Андре у меня в первой части. Андрей Тихонов. Центральный для пепла Лотрика. А я вот подхожу к центральному этому, пепел Лотрика, и никак. Надо хлопнуть душу, я так понимаю, да? Использовать, типа, я. MR.Toaster. Попал на партию мутантов апельсинов. И что это партия мутантов апельсинов тебе дает? Андрей Тихонов. А ты убил Олдрика. Так вот, сейчас был Олдрик, босс. Его Олдрик зовут. Вот эту штуку можно сделать. Длинный лук темной луны. Но он мне ни к чему. От слова совсем. Я так понимаю, то, что надо душу его хлопнуть, ну типа использовать. И потом возложить ее на трон. Скорее всего так. Давай попробуем. Тарапапам. Эвил Гаоси. Собака. Ссылка. Стер, ты купил коня. Давай, пользуем. Нас косарей плюсом. Ок. Давай еще раз попробуем подняться наверх. Нет, это не так работает. Андрей Тихонов, ты убил Алдрика, а пепел для Латрика. Андрей Тихонов, разницу слышишь? Надо как-то к Олдрику подойти MR. Или что? MR.Toaster. У меня YouTube коммент заблочил. Я не понимаю просто, что надо с этим пеплом делать, чтобы всем было хорошо. MR.Toaster, а не красного цвета. Ну, ты, может, что-то написал, не знаю.
Вообще, по поводу комментов, YouTube себя очень странно ведет. Так что на него даже обижаться не стоит, как на дурачка. Добавляет разрывающий эффект к оружию правой руки. Я не пользовался этим штукой. Ирил Гаоси, пепел втирай в десна. Чтобы никогда перхоти не было. Большой осколок, нет? MR.toaster. Я про апельсины. А, апельсины красного цвета. Так они, может быть, этот. Ну, это либо сорт такой, либо вообще, типа, они... они, типа, скрещенные с какими-нибудь грейпфруктами, я не знаю. Почему бы нет? Получается, грудосины. Бля, босс есть Олдрик, а есть Лотрик. Это разные типы. А, Олдрик и Лотрик. Все, я понял. Лотрика, по-моему, я не замочил, да. Олдрика замочил, а Лотрика нет. Вот, я все, я допер, до меня дошел. 36. Нет, давай, наверное, жизу повышать. MR.toaster. Я и говорю, партия мутантов из канализации Нью-Йорка. Ну, назови их как-нибудь. Леонардо, там, Донателло. Блин. Как быть-то? Неохота 20 косарей просирать сейчас. Качать мне явно нечего. Может, что прикупить можно, я не знаю, на 20 штук. Ирил Гаоси, из канализации Урюпинска. Укрепить пламя пироманта. Да давай. Вот так. Плюс 6 его сделаем. Глядишь, пригодится, а вдруг, правда? Изучить пиромантию. Угу. Слушай, ну это может быть прикольная штука, но она это какого? MR.toaster. И это как его? Ваше здоровье, господи, не пьянству ради здоровья для подчеркивания. Приятного аппетита, тостер. Я не знаю, какое из них прикольное пиромантное это заклинание. Андрюха, ты у нас пиромант. Что покупать из этого можно? Я пока сбегаю, посмотрю, что у них появилось, может быть, еще что-то вкусное. Ну, у других NPC. Я вот склоняюсь за 12 косарей заклять, ну, заклинание купить. Ну, просто чтобы души надо куда-то девать. Андрей Тихонов, забей, после босса сразу место быстрого фарма. Забей после босса сразу место быстрого фарма. Ну там, где эти рыцари ходят, так и чё? Там... Андрей Тихонов, по 15к за раз где-то. Угу. Хорошо. Я понял. Вот это тоже штука непонятно. Помогает фантому выглядеть человеком. Что это значит? Ладно, хрен бы с ним. Андрей Тихонов. Самые хорошие заклинания 4 за 10к. Четвертое за 10 тысяч. Раз, и два, три, четыре. Да, забей. Глубокий глотрик не ждет. Сейчас мы там совщицы будем наваливать. Андрюха, ты вот про это выстреливает гигантской огненной сферой хаоса. Я вот не знаю, у меня может даже такое уже куплено. Тут же типа можно повторно покупать. Стой, а вот это что у нас? Укрепляет оружие правой руки огнем. Блин, ну мне не хватает тогда веры и этого интеллекта.
Он типа туповат для этого заклинания. Плохо. Я вот не помню, может быть, я даже вот это уже покупал. Блин. Куда бы десятку-то просрать так, чтобы не жалко было? Ну, в смысле, не обидно было терять. Ну-ка, вот это что? Купить предмет. Да, спасибо. Тетка нищая совсем. Давай посмотрим. Оно самое. Давай посмотрим, может быть, я уже покупал это заклинание. Если нет, я тогда его беру. Хотя бы не так жалко будет ухайдокать десятку. А, выучить заклинание. Нет, я такое не брал еще. MR.toaster. Бери замазку на оружие. У меня замазка на оружие не это не позволяет. Ну, в смысле, я не могу им пользоваться адекватно. В этом проблема. У меня не хватает 2 левела, чтобы чаровать таким образом оружие. Давай. Купить предмет. Вот так. Оп. Оп. Все, до свидульки. На 9 косарей я сейчас куплю молнии себе еще. Это пригодится. Тебе? Угу. Пам-пам-пам. Берем молнии. Как раз я примерно штук 9 на этого Олдрика и потратил. Все. Тютельку прямо. 19 штук улетел. Давай-ка мы поставим. По прокачении. По прокачении палку. И полетели танцовщица мыч. Да, да, она тут. Я так понимаю, надо все время держаться ей за спиной и не жадничать. Потому что как только ты встаешь перед ней, она начинает творить всякую дичь. Давай, пуху в две руки, помчали. Ну, конечно. MR.toaster. И аккуратно. Да, главное аккуратненько. Чаша клятв. Чаша сюда. Главное, в дело души влил. Не просрал в тупую. Типа, не стал сразу же запускать босса. Это уже хорошо. Андрей Тихонов, до конца беги, где баба сидела, чтобы вызвать. Все, все. Танцовщица. Причем эту танцовщицу можно прям в самом начале уже вызвать. Только у тебя вообще нет шансов практически ее победить. Ну, если ты не какой-нибудь безумный спидранер, который умудряется ее убить. Так, давай, за жопу. Главное за жопу зайти и начать ее мутузить. И не жадничать. Как обычно. Ага. Понеслась. Ваншот? Да. Привет. Привет, ваншот. Пока не очень хорошо получается прям ей за жопу зайти. Вот как-то... Так, учим, учим паттерн. Снова. Но, в принципе, я до нее достаю. Сразу видно, мой пёздюк. В принципе, понятны ее начальные удары. Бери в одну руку, не успеваешь. Я попробую еще разок, именно в две руки. Попробую. Но она уже активна. Типа. Бам. А, ну как?
Ага. Как она меня, а? Нахлобучила, классно. Не достал чуть-чуть. У нее вторая фаза полетела. Ну, почти. Не дотянулся я чуть-чуть. Она была дальше прыгать к ней. В принципе, под ногами у нее тусить тоже как вариант. Ну, не очень хороший, но как вариант. Прям вот между ног можно ей проскальзывать, типа. Ты пытаешься ей по селедке бахнуть, но она может тебя поймать рукой. MR.toaster. Жадный. Да. Эрил Гаоси, тоже танцуй около, а не трися Ларина. Покажи нам СКС. Блин, я думал, удачный момент для удара. А я ошибся. Беги в камеру ее, но не достал. Я достал. Хлебаем, Эссис. Ну. Да. Жадность фраера погубит. Прям по ударчику надо вливать ей. По чуть-чуточке. Вот удар сделал, крутись, крутись, крутись. Удар сделал, крутись, крутись. Ирил Гаоси. Уже лучше, маэстро. Волочкова даже потекла. Волочкова даже села на шпагат, по этому поводу. Она всегда при любых ситуациях тупо садится на шпагат. Ну, типа, показывает, что она такая старая, но до сих пор может раздвигать ноги. Все, куда второй удар? Я не делал его. Не успела? Транда. Теперь я жадничаю. Тихо. Только по удару. Давай. Ну, нет. Не так. Я не успел отхилиться. Пока не знаю, но она, по-моему, иногда начинает тупо спамить, и тут надо чисто перебираться ей куда-то за спину. Ну, снова, в принципе, тактика-то ясна.
Держи за спиной, не жадничай, лупи по чуть-чуть. Кирилл Гаоси. О май гад. Она уже на колени. Держись за ним. Не получается сзади зайти. Иногда это просто не дает. Но серьезно, я покопил. Нахлобучило дважды. Так, давай хиляем. Все, полетела она махать. Уходим, уходим, уходим. Кирилл Гаоси, она просто не дает минус. Это не отговор. Налетел на удар. Тихо, тихо, ну давай ты. Да я же нажимал, чтобы он пил Эстус. Почему он ее бить начинает? Ну как так-то? Ну, половинка. Половинка у нее слетает. По-моему, если я не ошибаюсь, она более-менее предсказуемая, чем Алдрик. Кирилл Гаоси, а надо было перетать. Надо было. Я, наверное, посмелее встану, попробую смазать то, что надо смазать. Чтобы получше ей входило. Да серьезно? Вообще. Я хотел сзади зайти и бахнуть, не вариант. Теперь я не очень уверен в высказывании, то, что она не рандомна. Когда-то она просто ходит, когда-то начинает спамить ударом. Я так понимаю, вторая фаза у нее начинается, когда она начинает кружиться. Я еще от того удара не отошел, она мне еще два наносит. Потом еще два, и все. Я ничего сделать не успеваю. То есть она меня встанет своими подачами на какой-то промежуток времени. Ну как? Гнида. Значит, неверное окно я подбираю для удара. Ждать атаку, потом только бить. Не знаю. Попробую. Но, по-моему, меч подходящий, в плане том, что вот по длине ей вообще заходит хорошо. Как детки в школу просто. То есть мощный удар, и все, и потом отходишь. Достаточно одного. Пидор вонючий.
Еще один. Кирилл Гаусы, перекаты. Не мы играем, слушай нас. Но у меня нет времени. Я связать пока не могу. Я сейчас перекатывался, тут же у меня после анимации удара два переката, она меня схватила прям под этот перекат. По-моему, мне в принципе скорости хватает вполне ее обижать. Нет бы с цветами и вином к даме пришел, а то ебать сразу взялся. Ну. Была, конечно, идейка в храме огня бухлишка захватить, но у меня 13 фляжек, это чисто на одного. Как говорится, это, говорил Савелий Крамаров, что это, щекотание в горле? По-моему, у меня скорости вполне хватает ее обойти сзади и без перекатов. Но так как у нее круговые атаки постоянно, это тяжело сделать. Тихо, жадничь. Да, я просто даже не успел анимацию. Она попала у меня ровно в тот момент. Кстати, а почему у меня нету типа неуязвимости во время переката? О! О-о-о-о-о! Слушай, может быть кольцо то самое напялить, которое типа тебя винвиз швыряет? Или это все мертвого при парке? Есть у меня одно такое колечко, которое ты становишься невидимым во время переката. Вдруг вдруг зайдет. Ты не пользовался такой штукой? Надо же, я без урона добежал. Я не дотянулся до нее. Ирил Гаусе, невидимый гуман. Нужно, если тот не уязвим. Падла. Ну все, мне хана. Непонятно. Сейчас давай почитаем про кольцо. Если будет конкретно написано, что это дает неуязвимость, тогда есть резон поставить. Да, вот вместо вот этого. Вспомнить бы, как оно выглядит. Кольцо жизни. Ну то. Нет. Нет. Чары. Пики заклинаний, что? Романтия. Чудеса. Не то. Нет. Тоже херня. Кулище нет, тем более. Нет. Тоже не то. Нет. Телевизор так у тьмой, но снижает поглощение. Нет. Нет. Немного повышает ловкость и скрывает при перекатах. Увеличивает неуязвимость при перекатах ценой защиты. Давай попробуем. Ну, почему бы и нет? Андрей Тихонов, 18 кольцо на день. Что за 18 кольцо? Давай я следующий забег попробую, что за 18 кольцо. MR.post. Туда, значит, сюда на жизнь 30 пол-литровок не остается, а это что, бутылка в день? Фу, не мне вам рассказывать.
Такое себе. Походу. Все, не задничать. Только один удар. Вижу, что тут происходит. Тихо, не задничай, не задничай. Ну все, она в разнос походу пошла. Прикольная атака была. Ирил Гаоси, а вроде помогает кольцо. Ток ты скачешь, не в попаду, ты казнишь. Да. Вроде помогает. Вроде помогает, но пока я не могу что-то вот. Видишь, я всегда как бы перекатом, но чаще всего я прям вижу то, что она на меня палит. Как только она меня палит, она сразу начинает творить дичь. А единственное, что ей сейчас не позволяет творить дичь, то что я вечно был в перекатах. Типа я в инвиз небольшой, видимо, уходил. Ну, чисто для нее, как для босса. Уроды долбаные, а. Постоянно, мне когда-нибудь дадут спокойно до босса добежать. Без увечий. Сучка. Вообще ни хрена не оставила. Я думал, хоть что-то будет. Ваншот. Так, Андрюха говорил что-то про 18-е кольцо. Давай глянем, что там кольцо. 18-е. Ну, вместо вот этого, допустим. Так, это получается 10. Вот это. Подожди, нет. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Снижение веса. Физическая атака. Ну, допустим. Андрей Тихонов. Перекат минус. Удар. Да это понятно. Да вы такие уроды просто. Перекат не достает удар. Все, не жадничаем. Тихо. Плохо.
не достал. Тихо, ее поперло. Я пока отлечусь. Все, дальше. Кирилл Гаусин. Музычка тут расслабляющая. Отдай себе. Ну что, пакет не сниму. Я постараюсь отдаться ей. Андрей Тихонов. Уже урона побольше. Думаешь, а я что-то не заметил просто, насколько больше. Ну, половинка сейчас у нее опять слетела. Стандартно как-то вот я снимаю ей половину. А потом она бесноваться начинает, и я что-то делаю не так. Наверное, много стамины трачу и не захожу ей за спину. Чё эти пидоры по дороге? Но я думаю, вот эти два конца кольца, которые я сейчас напялил, они в тем. Куда он еще раз лупит ее? Ну зачем? Твою мать, урод. Нажимает один раз. Он лупит дважды, а иногда один. Я не знаю, как это работает. Но рукой поймал это ваншот. Если полное здоровье было бы, то может быть она там не... ХПшечку бы одну оставила. Но я же тут еще по дороге умудряюсь плюх получить. С кольцом 309, без 264 вроде. Угу, я понял. Хотя, может быть, знаешь, это тоже еще типа шанс крита, такая вот фишка. Возможно. А может, чисто кольцо помогло, не знаю. Дай бог, если кольцо. Вот у меня анимация еще удара не закончилась, она мне нафиг дважды урон. Плюс пока я встаю, она лупит еще. Падла, вот ни разу я ей еще нормально не треснул. Уже две фляги улетел. Ну, блядь. Просто если лупить и перекаты, короче, и лупить мечом, Андрей, то... Тихонов, вазелин возьми. Может, лучше будет. Да. Вазелин тоже ограничен. Дело в том, то, что надо поувереннее себя с боссом чувствовать. Молнии-то они есть. Надо просто поувереннее с боссом себя чувствовать, чтобы добить его, скажем так, провазелиненным палкой. А то я пока вот сейчас бегаю, то дым-сюдым, пока только придрачивает, скажем так, к ее паттернам. Серьезно, блядь, кто меня сейчас долбанул? Просто через стенку ударили. Ирил Гаоси. Да, будь мужиком. Будь поувереннее с женщиной. Я на всякий лучше отхилюсь. Отойду. Ай, я думал, окошко. Прямо в очезу. Второй раз. Хилимся. Куда ты третий лупишь? Походу, кольцо сейчас помогло. Да, мне спамина не хватило. Нормальный перекат сделал. Гнида. Она просто дотянулась. Стопудово там, знаешь, если в проекции покрутить вот эту вот картинку, как я сейчас урон получил, а мне кажется, от меня до ее меча там какое-то расстояние еще было. Но типа у тебя хитбоксы настолько здоровенные, что ты... MR.toaster. Леша, будь настойчивее, не мне тебя учить, ты уже был женат, а тут ведешь себя как молодой. Так это,
Все, сноровка, наверное, потерян. Прикольно. Делаешь два удара, и она тебе один. И все. И вы расходитесь, как в море корабли. Ты идешь умирать, а она танцевать. Шахова. Вот когда и четверть будет оставаться, тогда я намажу палку и добью, так сказать. Пока у нее только половина, по-моему, нет резона молнии тратить. Да как? Да пошли вы в очко, ну блин, как вот это бесит, ты просто бежишь до босса, и тебя каждая падла пытается ткнуть, пихнуть, там, не знаю, куснуть как-нибудь. Просто чтобы ты, блин, с уроном уже побежал туда. На. Не попало. У него очень большой размах. Придется тебе лезть под стол, иначе никак. У него очень большой размах, причем она тебя может размахом своим ударить, даже если ты находишься у нее за спиной. Да заходи ты, идиот. Я сейчас буду строго был у нее за спиной. Она меня достала. Все, уходи, уходи, уходи. Блять. Без шансов.
Да, твою мать, ну... Почему эта падла такая рандомная, а? Когда-то ходит, когда-то вокруг себя, ну типа по дуге она делает огненную свою штуку, когда она просто тебя хватает чуть ли не сразу же. Чувствую, что танцовщице придется как с лотриком посидеть. Но мне кажется, со всеми боссами оставшимися придется посидеть. Легкие закончились. Ирил Гаоси, а может заюзать меч и щит, чтобы отражать удары? Ты зайдешь в этот туман сраный, нет? Андрей Тихонов. Я такой ублюдок. А ты все намеков не понимаешь. Пиздец. Меня просто замудохали, потому что анимация не прошла. Юзать колонны. Не, мне кажется, она через щит тебя пробьет. Забрав большую порцию стамины. Да, ты меньше урона получишь, но... тебя не останется, скажем так, стамины на действие. Ну, перекат там, еще Андрей что-то. Андрей Тихонов, сука, рыцари забили. Ну, это вообще бред. Просто не прошла анимация. Ну, типа вот этот заход, там, тудым-сюдым. Антонов, а че, нельзя сходить еще приодеться? А без толку. Шмотки вообще в этой игре не решает. Без разницы, какое у тебя там этот. Какое. Какая у тебя одежда? Тут главное, опуха хорошая. Вот я сейчас не дотянулся. Но второй удар почему-то, когда я его не прожимал, он у меня прошел. Гнида, а? У меня он почему-то начал юзать второй удар, она хлопнула мне, пока я встал и стоял, она мне долбанула еще, я покойник. Ништяк, чё. Андрей Тихонов, лови пуху обломками, если есть, нафармишь. Нет обломков. Типа танцовщицу желательно проходить с пушкой плюс 10 на точке. У меня плюс 7. Обломков нет. Где искать, я не знаю. Но они не продаются. Последний обломок, по-моему, который можно было найти, я забрал у птицы. Ой, какой долгий замах. 83. Привет, двуручным мечом играл 20 килограммов. Меч Гоц. Нет, привет, не играл таким мечом. Я его даже, по-моему, не встречал. Я вообще первый раз игру покажу. А, ну... Пока я дотягивался своим ударом, у нее удар быстрее, Андрей, а я надотянулась быстрее. После нее как раз можно на рыцарях нафармить. Ну вот, видишь. Видишь, как они сделали. Чтобы ты с танцовщицей помучился, и а потом качнул пуху. Я летал на остров, на который уносят черти недалеко отсюда. DLC ты имеешь в виду? Ближайшее, куда черти уносят, это вот где я сейчас возле костра очухиваюсь. После того, как мне напердолили. Короче, черти меня уносили, по-моему, один раз. Если я не ошибаюсь. Ну и все. Я вот сейчас даже не заметил, она по идее до меня не дотянулась. Но... У меня как-то двинулась камера, такое ощущение, то, что меня сама игра придвинула к ней. Не знаю, я, конечно, могу ошибаться, но, блин, я бы этот момент в замедленной бы съемке посмотрел стопудово, блин. Игра меня как-то примагнитила к ней, типа. Макс 83. На болотах лежит цитадель Фарон, он помощнее этого будет.
20-килограммовый меч, по-моему, у меня... Оси. Да, тут рядом вроде у обрыва. Я не смогу, наверное, 20-килограммовый меч таскать. Ну, он добавит мне, наверное, знаешь, там урона, блин. Ну, еще сотку максимум. Но я эту сотку могу также с молнией выручить. А так на болотах сейчас бегать не вариант. Тут придется поебаться. Придется. Но все равно достает. Вот сейчас было окошко неплохое, конечно. У нее была большая задержка. На площадь долбанула. Я тут не виноват. Типа того. Куда ты лупишь несколько ударов? Я нажимал один раз, чтобы он треснул. Все. Я вообще этот меч не понимаю. Почему он так делает? Сука. Кирилл Гаоси, вот в этот раз ты хорошо от атак упрыгивал. Видишь, она же решила повернуться в другую сторону. Ты же не можешь типа по часовой по одной прыгать. Если поставить кольцо Хавела, то сможешь носить. Ну, у меня нет кольца Хавела. По-моему, нет. Да вы серьезно? Не, ну пускай добивает. Не вижу резона с ними сейчас биться. Все равно меня боссы не пустят. Пока я их не убью. Они, видимо, слишком быстро приходят к этой, к этому туману, и поэтому он не срабатывает. Суки, даже до босса рандомно ты можешь добежать. Когда-то тебе повезет, когда-то ты вот так получишь. Макс 83. Кольцо Хавела делается из души заблудшего демона над костра сторожевой пес Фарона. Я сейчас не буду уже кольцом заморачиваться. Но я подумаю на твоем предложении. Андрей Тихонов, покажи статы, пожалуйста. Погоди. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Гнида. Я уже не знаю, насколько надо быстро от нее валить просто. Чтобы она просто своей ручонкой сраной не схватила тебя. Так, статы. Вот так, видно? Макс 83, у тебя на что меч закален?
Я забыл, сейчас гляну. А что он там закалит? Короче, какой-то самоцвет, по-моему. Или грубая закалка. Короче, он изыскан. Я забыл, какие конкретные камушки дают изысканность. Да, но хотя бы я более-менее заметил, как у нее проходит анимация, прежде чем меня схватить. Она как немножко замедляется и подается вперед, и потом рукой машет. Вроде как. Короче, загадочная женщина. Поэтому я молнии не юзаю. Рановато. Я не выучил этого босса. Чтобы его движухи понять, это много-много раз надо к нему бегать. Перекали его на силу, то бишь на тяжесть он неправильно закален, урона больше будет и скилл выше. По-моему, у меня бабок нет перекаливать. Ну, посмотрим. Падла. Сучка. О, все, вынесла. Давай попробуем Брада его перекалить. Я знаю, что там урона побольше. Надо сначала что-нибудь продать, не нужно. Кстати, сколько закалка стоит? Так, вот этот. 2900 все стоит. Тяжелым его надо сделать. А максимально, по-моему. Хотя подожди. Или грубым самоцветом его колоть. 345, а тут 400 почти. Надо вот тяжелым самоцветом его заколоть. Остальное все магии дают, всякую дичь. Короче, 2900. Давай что-нибудь продадим, не нужно. Продать, что можно продать? Вот, давай, короче, как раз. Раз, два, три. Нормально. 83. Изысканный цвай будет давать только при прокачке и силы и ловкости поровну. У тебя же только сила, значит, и на силу нужно калить. Ну, у меня силы 40, а ловкости, по-моему, у меня что-то 35, по-моему. То есть там, ну, и от ловкости чуть-чуть-чуть-то, по идее, тоже должно прилетать. Разве нет? Я могу ошибаться. Так, изысканный цвайхангер, хорош.
Вот я не совсем понимаю, вот так или же вот так лучше? Грубым самоцветом или тяжелым? По идее, бонус характеристики. Вот тут скалирование идет А, если тяжелым самоцветом, а тут вообще ничего. Плюс статы теряется, но тут выше физическая атака. Поэтому я что-то затрудняюсь. Но тут она типа, если в две руки ты берешь, если я так правильно понимаю, если в две руки берешь, то у тебя 230 плюс 217. Загадка черного квадрата. Оно придумывает своих хреновин. А там сидит дома. Макс 83. 16 ловкости у тебя, Калина, тяжесть. Тяжелый самоцвет. Понятно. Подожди, как это у меня 16 ловкости? Да, 16. Подожди, а что я тогда смотрел? Подожди. Я на стойкость, ну, твою мать. Да. Все понятно. Я понял, в чем ошибка закаливания. Я не те статы, короче. Второй стат не тот гляну. Ну, сейчас на соточку побольше, наверное, будем снимать. Наверное. В этом надо еще убедиться. Прикольно. Макс 83. Двуручный меч Гатс у тебя, оказывается, тоже есть, заморачиваться не хочешь, а выше по урону и мощнее своя. До этого заходил еще один товарищ, который говорил то, что Ламберг заточенный на плюс 10 тоже ништяк. До этого он менял показания. То, что рительский меч заточенный на плюс 5 самое то. Потом он говорил то, что меч черного рыцаря лучший в игре, и он сейчас бегает в НГ там плюс 5 что ли, или что-то такое. Он тоже типа вообще самый классный. В общем, по-моему, сколько людей, столько и мнений. Все равно уже точить больше нечего. Так что можно расслабиться. Я максимум его сейчас до пятерки могу покачнуть и все. О, нормас. Что-то странно. Я теперь только по два удара ей могу наносить и все. Ну, все равно меч даже свой, в двух руках, заточенный на тяжесть, все равно не дает прям такого кардинально крутого урона. Я как-то по 300 за одну подачу ей сносил, так и сношу. MR.Toaster. Самый топовый эту типу Ти Катана. Нет. Не Катана. Другие Катаны какие-то есть. Только они Катанами, по-моему, не называются. Они типа покруче тему, чем у Ти Катана. Просто валяет как это. Зачем два раза?
mr.post. Не спорю, тику, тика, тика. Так, давай отхилимся, потом за жопу. Раз. Но второй я бы не дотянулся. Ну куда ты лупишь-то? Перебор. Пиляем. Вообще допить даже не дает. Макс 83. Все хотят, чтоб ты играл своей пушкой, поэтому привлечиваю тебя. Дело вкуса тоже на самом деле. У каждой пушки есть и плюсы, и минусы. Так вот. Я так понял, то, что в игре нет определенно какого-то крутого оружия. Как в первой, допустим, части. Я определенно знал, что мне качать и где это искать. Тут же такого нет. Тихо. Стой, 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 стой. Короче, во второй фазе она шустрее становится, ну, становится, ну, в смысле, чаще машет своими свистульками, больше наносит, естественно, урона, поэтому надо как-то вот еще более дистанцироваться, когда она в бешенство входит. Когда у нее раш, она веселей, конечно, но главное не жадничать. Кстати, говорят, то, что какой самый сложный, типа, Dark Souls, типа, самый сложный Souls для тебя, если ты проходишь в первый раз, то будет тот, который ты проходил первым. Ну, типа, я проходил первым Dark Souls 1. Для меня Dark Souls 3 почему-то, он сложнее. Не знаю. Может быть, дело в пушках. Может, боссы шустрее. Не знаю. Вот сейчас, прежде чем сделать перекат, я раз 8, наверное, на него нажал. Он не сработал. Не пиздец. Давайте, ребят, перекур 3 минутки. Охладим, так сказать, пукан. Сейчас подойду.
Продолжаем умирать. О, слушай, так, по траектории такой бежишь, почти никто не достает. Это, как говорится, был гол в ворота. А, гол в раздевалку, точнее. Ну все, и мне хана. Нет, давай отходим, отходим, надо лечиться. Макс 83. Конечно, есть топ-тиры, но разрабы не делали имба равноценно дням. Если был топ-тир, то была бы имба, нафиг надо все б ее и залей все главное за эльты, мягкий знак, минусы и плюсы оружия. Слишком много информации сейчас свалилось, подожди. Я подохну. Еще раз коммент прочитаю. Дай ты отойти ты хоть от себя. Я запутался в этих стульев. Не дает. Не дает нормально отойти от нее, чтобы похилиться. Ну куда? Куда? Куда ты? Есть топ-тиры, но разрабы не делали имбу равноценный обмен. Если бы ты был топ-тир, то была бы имба. Нафиг надо. Все бы ее юзали. Ну да, действительно. И все главное знать минусы и плюсы оружия. Да. Надо знать, типа, при каких моментах она у тебя ударит дважды, допустим, хотя ты нажимал один раз. К примеру. Вот так, я нажимаю. Пока он бьет один раз. А иногда он бьет дважды. Не знаю, с чем это связано. Я думаю, знаешь, что типа, короче, как это. Пушку надо отбрать одну и качать ее всю игру. Прям до упора. Дело в том, что тут их много. Ты не знаешь, какую схватить-то. Так, чтобы она к тебе подошла. Как бы... Как падших женщин, знаешь, хочется посмотреть всех. Как-то странно мне удалось ей напихать. Прямо удивительно. Так, давай, стаминку, стаминку, стаминку. Все, заходим. Бам. Ну, очевидно. Все, уходим. Уходим, уходим, уходим. Вот окошечко. Уходи, уходи, уходи. Опа. Тихо, 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 тихо. Так, сейчас бы смазать оружие. Не дотянулся. Ну, уходи, 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 уходи в сторону. Киляем, еще. Падла. А-а-а, были все шансы. Вначале очень сильно повезло, не знаю как, но она почему-то меня не достала. Выдыхаем.
Короче, по правой стороне нормас вроде добираться. Все, хана. Да, точняк, по правой стороне самое то. Хотел заныкаться вот тут, чтобы бахнуть Эртуса. Дотянулась. Сложный босс. Макс 83. Разрабы делали игру на множество прохождений, катать Dark Souls можно бесконечно. Я переиграл тяжелыми пхами, надоело, сейчас интересно играть легким и быстрым оружием, например, пройти когтями типа Росомаха. Я тоже так и понял, то что они прям делали ее реиграбельной, типа NG плюс 7, чтобы ты юзал все пухи там, короче, смотрел, насколько выгоднее каким тебе оружием пользоваться, может быть даже от щита вообще играть, ну и так далее. Ну, понятное дело, чем больше онлайна сидит, тем лучше, больше спроса на игру. Кто-то, допустим, чисто по первой части угорает. По-моему, мало кто по второй части вот прям столько раз ее проходят, все в основном играют либо в первую, либо в третью. Но у нас Elden Ring на носу. Леша, что происходит, ты чё не можешь? Чё происходит? Наваливает мне по жопе. Вот что происходит. Ну и давай еще разок. Опа. Все, уходим. Так, куда полез? Зачем? Она же крутится. От этой атаки не уйти, только перекатами. Ну, когда она вот беснуется и лупит прям двумя мечами, кружаясь вокруг себя, лучше в этот момент вообще типа сваливать. Ну, как я и говорил, то что учим паттерн, пока вот все прям не будут выучены, она так и будем страдать. Ну, как и на всех боссах. Странно.
Сейчас я должен был достать. Почему нет? Камера великая, конечно. Все, уходим, да, вали ты от нее. Надо же еще ему отлежаться. Тихо, надо захватить ее в камеру. Нет, не полезно, не полезно, надо хилять. Хилим. Антонов, а где ты? Ой, все, мне хана. Ты про вебку? Вебка сдохла. Приказала долго жить. Так что, пока курим без вебки. Короче, у меня типа есть 40 минут на прохождение этого босса. Если нет, тогда завтра. Продолжаем ее мучить. Так говорится, с новыми силами. Макс 83. Можно купить огненную дугу карпуза за 10 тысяч душу пироматы, вкачать 2 уровня по единице интеллекта и веры, будешь мазать огнем меч, перчатка от маны на полеву, типа не покупаю больную силу. Ирил Гаоси, надо скинуться тебе на новую, без тебя не так выйдет. Нет, скидываться не надо. С этим все нормально. Надо просто подождать. Опа, как бы я сейчас получил мощнейшего бы тычка. Так, ну все, полетела она во вторую фазу. Все, вот вижу окошко. Не попал. И ваншот. Огненную дугу купить за 10 косарей, у пиромантов качать 2 уровня по единице интеллекта и веры, будешь мазать огнем меч, перчаткой, отман на халяву, типа не покупая угольную смолу. Я тоже вот сейчас, не так давно, когда предыдущий, по-моему, да, предыдущий раз был в храме огня, я задумывался насчет этого, но там мне придется больше вкачать. У меня 3 левела надо поднимать, чтобы этой пиромантией пользоваться. Да не знаю, хотелось бы вот именно мечом. За пироманта-то никогда не играл, то получается чуть ли не заново к механике привыкать. Мне тогда уж проще, знаешь, просто взять и кого-нибудь на подмогу позвать. Ну и типа вдвоем дать ей пизды. 4 сотки я сшибаю за подачу. Не дотянулся. Опять не дотянулся. Хотя вроде удар был вовремя. Просто она, скорее всего, выпад сделала, я поэтому я до нее не дотягиваюсь. Ах ты гнида, но так и знал то, что она схватит. Ирил Гаоси, играть магом в Саумирс. Это за школу. Самый писк страдания на милишке. Ну вообще да, типа если мага или пироманта пользуюсь, то считай Dark Souls не лобал, а не потому что не эти какой, не контактный. Ты можешь типа некоторых боссов вообще просто стоять с одного угла расстреливать магией там с посохом каким-нибудь и все, ничего он тебе не сделает. Ну типа что ты мне сделаешь, я же в свитере. Макс 83. У тебя интеллект и веры по 9, нужно по 10 для дуги, 2 уровня 10 минус. Кана дугу. У меня, по-моему, 7.
Семеро вроде веры. Я за рыцаря начинал. У меня, по-моему, 7 веры, а интеллекта 9. По-моему, такие статы. MR.toaster. Магом не смотри, бегом. О, как я сейчас от руки ее ушел. Ну, по идее, она же не может двумя, ну, как бы, дважды спамить рукой, по идее. Хотя хрен его знает, она же рандомная, по-моему. Ну-ка, давай, еще навалим, пока она тут. Понятно. Все, уходи. Гнида. Я просто не успел убрать. Макс 83. Посмотри, статы по 9. Ага. Короче, надо типа 2 сотки душ. Ой, сотка. Сотка душ, чтобы пользовать пиромантию. Так и не факт, что она поможет. Не, если она совсем у меня, допустим, там, ну... Я буду бегать с мечом. Если уж совсем труба, короче, я тупо буду не справляться, там, не знаю, уже сидеть там 3 стрима подряд и ни хрена, короче. Вообще, типа, не... без подвижек. Тогда я просто зову подмогу. Похер кого, как бы. И мы, типа, на двоих ее порешаем. Пока-то половинку, видишь, я отношу ей. Просто надо... Антон, я в Dragon Age Inquisition, и он начал на тройке играть. Ах ты, сучка. Dragon Age. Я только видел, по-моему, издалека. По-моему, считается самая клевая часть, это у нас Dragon Age Origin. Инквизиция, типа, считается так, ну, такое себе, типа, она клевая, но была до этого получше часть. Вроде так. Я не успел. Ну и все, мне хана. Меня сейчас, наверное, туда и не пустят, да? Меня, смотри-ка, пустили. Минус эксус. Эвил Гаоси. Я дракон 3 раза пытался начать. Не смог осилить ты. Вот это вот сейчас было круто. Просто две подачи, которые вышибают у тебя всю жизнь. Только она слишком старая. Ну, инквизиция, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то 16-й, да, год? Подожди, если... Не, какой? Макс 83. Это просто будет прибавка к чисто физическому огненного урона, плюс смазка от перчатки горит дольше, чем от смолы, и чуть поуронисти на несколько единиц. Так можно также молнией смазывать. По-моему, даже попрофитнее будет. Я просто сейчас молнию не юзаю, потому что этот как его, ну, типа надо нормально босса выучить, чтобы просто так и не просаживать. Смолы есть, смола я закупил, ну, смолы я закупился. Просто видишь, я тут бывает. Кирилл Гаус, я гусы маслом смазываю. Антона, какой 16? Она на тройку выходила. 0,7 где-то. MR.toaster. Львы тут заговорили, я вспомнил, не верните рта. О-хо-хо-хо-хо-хо, как она меня, да, долбанула? Ван хп. А, и все, и я попался. Эвил Гаоси, Инквизиция 2014 года. 14 год, ну да, я помню то, что она выходила же как раз еще, по-моему, и на четвертую, и на третью плойку.
Седьмой, по-моему, это у нас только как раз это седьмая. Тут Макс 80. В седьмом году у нас третья плойка только вышла. Прелая на тьму, да. В принципе, там, по-моему, у меня тоже что-то на тьму какая-то есть смола. Пока без смол. Пока без смол надо. Потому что я сейчас их просто просру, как бы. А толком поведение босса не выучу. Да, буду я сносить у нее меньше. Ну, там, вместо половины буду сносить у нее четверть. Но. Ирил Гаоси. Я рубался по выходу в Неверу Интерникс один в школьные годы, в 2003-х, что ли. Я застанил, по-моему. Есть ли такой вот слайдхангера, такой этот, как его, прикол, то, что он встанет? Правда, с какой-то вероятностью, я не знаю. Не дает отойти. Не дает отойти. Ты пьешь этот просто так, чтобы, блядь, она у тебя тут же его снесла. Помню, я что-то как-то в Neverwinter установил, побегал что-то минут 40, наверное, и все. Я больше не смог в ней играть. Ну, не знаю, как-то не мое. Гнида. Когда-то задевает, когда-то нет. Каждый. Макс 83. Станетеры в нации на обмен медленным атакам, чтобы успеть ударить след раз. ЛР.тост. Не игра это не для всех. Но вот так вот мы смолу и протираем. Ирил Гаоси. ГН и Доминус. Ешовши. Сейчас вот я тоже как-то странно она себя так повела в конце. Ну да, Рединс 10. Кстати, интересно, почему Dragon Age Inquisition считали типа менее каноничной? Ну типа... Андрей Тихон. Хрень. 36 ой. Слишком много, 30 самое то, а вот жизни 25 очень мало. Ну, как говорится, чем богато. Андрей Тихонов. Стойкости 36. Так, давай отойдем. Не дает отойти. Да, она как Йорм, короче. Просто тебя не отпускает. На анимацию выпитого Цестуса. Кольцо защиты от огня и сет от огня получше защитой. Да все равно она мне будет сносить, надо. Ирил Гаоси. Инквизиция минус. Это донатный зашквар. А Ридж минус. Это прям РПГ олдскульная. Ну вот видишь, вот в чем разница. Кольцо от огня. У меня тут и так как бы стоят кольца, типа. Больше урона на... В общем, опять, даже с кольцами те же самые ситуации получаются, что... Как и с пушками. Надо просто не получать этот блядский урон. Андрей Тихо. У Розарии можно статы сбросить и перераспределить, если бледный язык есть.
Есть язык. Антонов, ну да, инквизиция казуальная какая-то. Это коммерческий, значит, проект. Инквизиция. О, Ариал, вам помочь с боссом? Да я вот думаю. Пока нет. Спасибо, пока нет. Вот если, допустим, завтра я уже точно буду с ней сидеть больше, чем половину стрима, тогда да. Пока не надо. Пока самому интересно. Ирил Гаоси, если бы был язык, то уже вареничная была бы удовлетворена. О, Ариал. Ну я тогда поставлю на всякий случай знак. Хорошо. Бля, ну вот как? Там расстояние большое было, чтобы меня схватить, там, я не знаю, метр. Там перекат один мой в сторону, в другую, и она бы точно меня схватила. Но тут большое расстояние было. Как она меня схватила? Шепот. Да. Иногда она хватает просто за, не знаю, за большое очень расстояние. Типа, ее рука далеко от персонажа твоего находится, но она все равно хватает. То есть такое ощущение, то, что у меня эти хитбоксы, блин, как будто я квадратным мужиком бегаю. Ну, типа Спанч Боба, короче. Макс 83. У Розарии КП побольше поставить, например, 35 минус. 30. Тогда надо от чего-то отказываться. Ну вот опять. Не, ребят, дело не в ХП, дело не в прокачке перса. Это просто я криво кувыркаюсь. Я не выучил ее паттерны. Вот это мой косяк. Я вижу свои ошибки, но попадаюсь на них снова и снова. Если будет нужна помощь, используйте уголь, так мой знак будет для вас виден. Хорошо, спасибо большое. Андрей Тихонов, стойкости больше 30 не нужно. Ну, а я вот посчитал, что надо побольше. Если с таким мечом бегать. У меня потому что один удар, знаешь, сколько снимает? Типа, я вот при 36 стойкости могу нанести... простых, по-моему, 6 что ли ударов подряд. Ирил Гаоси, тебе домашнее задание. Учи так верно всю ночь. Завтра спросим. Ну да. Вот окошечко хорошее. Вот так вот. Ну давай еще разок. Нет. Куда полез? Все. Все. Стучка. Но она дотянется до тебя в любом случае. Надо знать окна на употребление Эстуса на влив урона. Когда ты ей можешь щелкнуть, а когда лучше не стоит. Пока как-то, я не знаю, вот я смотрю, для меня большинство ударов, они, в принципе, все одинаковые. Единственное, что хорошенько отличаю, когда она начинает прям кружиться вот вокруг себя. И да, окей, надо валить. Прыгивай не от нее, а в сторону. Так, а в сторону? Она все равно тебя задевает, у нее размашистый удар, она бьет тебя по дуге, она бьет тебя сзади, потому что у нее дуговые удары, она не колит, допустим. Ну, есть у нее колющих парочку ударов, но это ерунда как. Она в основном тебя по дуге и задевает всегда. Плюс еще ты встанешь, тут сувешься часто. Вот я пока сейчас пил, пока отходил, она меня догнала, два удара, я покойник. Все. Вот и весь расклад. Чалька. Из атак в порядке бреда.
Нет, тяжелые удары. Попробуем. Просто попробуем. О-о-о-о. Меня призвали, пойду помогу игроку. Хорошо. Как говорится, удачи нам всем. Тактика с танцовщицей — всегда держаться около ее попки. Да, это понятно, но не получается заходить за ней. Видишь, в чем дело? Гаоси, не оправдывайся. Выполняй. Танцуй на ее горбу. Зритель тут главный. Я бы с удовольствием все время держался возле ее попки. Но она не всегда это дает делать. Она резко поворачивается. О, неужели? Тихо. Круговые удары делает. То есть ты вроде как у нее за жопой должен быть, но нет. Ты редко становишься не возле ее жопы. Так, все, она полетела, уходим, уходим и хилимся. Ай-яй-яй-яй. Тихо, чуть не достала. Ну, это странно, но окей. Я тут просто ничего не увидел. В какую сторону крутился, куда бежал, я не знаю. Камера решила повернуться так. Ну, в принципе, нечто неплохо. Типа ты можешь нанести ей пару ударов, еще даже на перекаты что-то остается по стамине. Андрей Тихонов. Эх, бил бы два руками, уже бы завалил. Столько. Да, конечно. Двумя руками у тебя и стамины больше расходуются. Да, ты наносишь ей больше урона. На 50, допустим. Но на это нет особо времени. Рано, мы сейчас оба промахнулись. Но теперь нет. Надо как-то юзать перекаты, четенько прям за сракой у нее оказываться. У-о-о-о-о. Моя работа выполнена, ставлю знак славы. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Дотянулся. Дотянулся. У-о-о-о-о. Моя работа выполнена, вставлю знак снова. Хорошо. Ай, ну она один. Она дотянулась. Убейте тетя это. Ну слушай, с этим мечом как-то пошустрее получается свалить от нее. Макс 83. Во второй фазе она начинает вертеться, все равно держись возле задницы и наноси только по удару, чтоб стамина хватило откатиться только возле булочки. До второй фазы дожить надо. Я понял, всегда надо у нее жопу придерживаться, это понятно. Но она же еще крутиться начинает. Это вот надо самому понять, когда читаешь, не совсем ясно, что ну, пиздец. Ну, вот, типа, знаешь, такие вот форс-мажорные ситуации происходят, когда ты ничего не можешь сделать. Прям день сурка.
Эвил Гаоси. Парни, я понял решение. Нужно придерживаться ее мнения. Нужно придерживаться какой-то тактики. Чтобы у нас была какая-то тактика, и мы ее придерживаемся. Падла. Поторопился. Ну вот не дает зайти вообще. Вообще не дает зайти. Ты типа крутишься вокруг нее, но она все равно за тобой поворачивается. Макс 83. От руки кувырок влево вплотную. Кстати. У нее в левой руке. Ты имеешь в виду танцевать с ней? Да, танцевать с ней. Мне руку в левой руке. Меч в правой же его нету. Значит, по идее, она должна лупить чаще в левую сторону. Так, надо наблюдать. Не дотянулась. Это мне повезло чисто. Походу я сейчас пожадничаю. О, тормоз. Не, она и влево, и вправо лупит. Печалька. Макс 83. Вслед с ее попой не успеваешь поворачиваться, а когда не успел, кувырок только на нее подбил удар. Ну я попробую, конечно, это изобразить. Теперь что-то она начала спамить своими захватами идиотскими. Не, что-то мне сдается, я сегодня не получится мне пройти. Мне еще лотрикскую кровью попил. Ну ничего, тогда завтра. Завтра также в 6. Я думаю, замучаем ее все-таки. Ну если нет, тогда что, юзаем призывание. Чтобы не сидеть с одним боссом 10 тысяч лет. Как бы есть еще других куча игр, которые хотелось бы пройти. Типа на эмуляторе Nintendo Switch. Думаешь, щит этот поможет? Вам нужно быть объективными, то что щит от боссов не защищает. Макс 83. Пробуй прямо на звук вздоха, ее нужно кувырок на нее делать. Так, все, надо отходить и хилиться. Ай, не дает, не отпускает. Макс 83. Жентер здоровки оттрачил. О, сучка. Не знаю, если получится. Давай-ка мы второй раз отхилимся. Почему хил не срабатывает? Так, ну окей. Жемчуг, Макс 83, привет, да.
Вот это какая-то новая атака, походу. Жемчуг, теперь трескать и спать. Это какая-то у нее новая атака, когда она меч тыкает и что-то там какой-то тьмой там тебя дамажит. Это что-то новенькое. Причем сейчас, по-моему, вторая фаза гораздо раньше началась. Ну, кстати, давай, правда, за щитом. Ну, просто вот в порядке, так же бред. Все равно не получится у меня сейчас завелить ее. Я буду ждать своего призыва в ваш мир. Я думаю, призыв только завтра. Смотрим, как она со щитом действует. Макс 83. Жемчуг молодец, давай бьем. Угу. Ну, в принципе, если на захват не попадаться, то вполне щит более-менее спасает. Типа ты его, ну, урона не так много получаешь. Как вариант. Давай еще разок попробуем. Эрил Гаоси, Реал Щит. Или факин щит. Я пока еще не понял. Надо попробовать. Влепила прямо во время удара. Пока я пил, влепила. Макс 83. От захвата влево кувырок на вздох, прожимай. Ну и все, она меня схватила. Жемчуг? Да-да-да, в принципе не попадает под захват удара, и ты точно пройдешь. Надо вовремя ее бить и не попадать под удар. Так всегда. Ну что ты не заходишь-то? Я сейчас от захвата чудом ушел. Слушай, ну очень мало она здоровья мне сейчас снесла. Пик-то неплох. Так. Главное юзать его в точку. Быстрее. Угу. Тихо. Ну и все. Сам затупил. Щит — нормальная тема. Я думал, она прям через него шибать будет. Ирил Гаоси, я когда работал на электростанции, у нас была щитовая, щит 1, щит 2 и так далее. Когда приехали американцы, они очень обижались, когда их направляли на место работы словами кавычка. Go щит кавычка. А было еще там, Андрей, на самом деле, подписать. Бери помощь, а то и след стрим тут будешь танцевать. Так вот. Попробуем. Макс 83. Это она сейчас для тебя лютая, тоже не мог ее убить с читом, проходила, а потом начал ее валить с кулаком и в начале прохождения. Ну вот видишь. В
Тут нет непроходимых боссов, главное просто понять движухи вот эти вот все. Причем взять, допустим, каких-то первых боссов, которые для тебя казались... Ай, сучка. Которые для тебя казались сложными, они потом проходятся вообще на раз-два, с первого трая там, допустим. Мадаир Кадир. Вот. Они же тут все, как бы, не просто так, даже в определенной последовательности расставлены. Каждого босса есть свое место, и тут нет случайно, ну, как бы, рандомно они не появляются. Это в первой части ты, в принципе, мог. Все правильно, ты ее годик побей, потом можешь с кулака валить. Можно с рогатки там потом ее убивать и так далее. Нет. Я столько на ней сидеть не буду. Но пока еще терпение как бы есть. Так что на следующий стрим я ее еще попробую полупить. Если она уж совсем выбесит не в моготу, тогда да. Будем юзать призыв. Да, блять. Такая же херня была с этими, с клонами, так как их, я уже забыл, как его зовут-то. Который сам себя там клонирует, они там втроем за тобой бегают. Тоже первый стрим, я с ним сколько сидел. Потом во второй тоже посидел, но мать его, я его прошел. И без призыва, без всего, он тоже сложен. Но я, допустим, сейчас, если за него возьмусь, то, мне кажется, я его куда быстрее пройду. Ну, пусть не с первой попытки, но... С пятой там, я думаю, да? Просто надо, чтобы тебя мозг понял, короче, как этих свиней валить и все. Ну ты сука, а. Ирил Гаоси, давай, ты сам все сможешь. Просто луна не в фазе. Да, просто сейчас... Нептун не в этом, не в созвездии Скорпиона, и надо дождаться, пока правая пятка начнет колоть к западу. Ну, еще минут 5 попробую. Нет, так давайте тогда на завтра перетащим все это дело. Как говорится, с новыми нервами. Жентер? Ваншот. Причем, кстати, да, сейчас чаще я так смотрю, боссы попадаются, которые ваншотят. Что Лотрик нас мочил? Ай, блять. Ну. Макс 83. У тебя только именно этот меч самый прокачанный есть, шустрый одноручный или правда давай кулак тьмы купим 12 тысяч, им ее легче победить. А, ну у меня по идее только что вот этот вот, короче, забыл как называется, и Цвайхангер, короче, они вот этот на 6 плюс заточен, Цвай заточен на плюс 7, есть и ретильский меч на плюс 2, но по-моему, это такое себе удовольствие. Жемчуг? Да забей ты на нее, потом вольешь. Не, ну в жопу так-то ей прилетает, и я успеваю еще закрываться. Андрей Тихонов. Кулак ЗВС, жаль, точить нельзя, но он норм мучит и требует стамина. Покопила она, бахнула, блять, магией своей. Падла глумная. Ну и все, я попался. Потому что ожидал другого удара.
Печалька. Короче, последний раз бегаем. Мне тогда завтра. Не хотелось бы, понимаешь, пацаны, блядь, не хотелось бы переключаться на пиромантию, чисто за одного босса, качать два левела там, менять какие-то мечи и так далее. Ну вот, надо пользоваться то, что есть. Как бы каждый босс, он убивается любым персом, любым оружием и так далее. Просто, ну, надо понять эту вот это вот именно... Ну, как сказать, типа формулу, короче, прохождение этого ублюдка. Макс 83. Если брал пилигрима в храм, то... Блять, ну вот ты серьезно. Мы 12 тысяч. Да, я знаю, перчатка 12 косарей стоит. Так-то можно его взять, просто все статы скинуть и магом ее залупить, просто, блять. И все. Можно просто взять все статы скинуть и прокачаться на мага. У меня для этого типа все есть, но... Камон, охота вот именно в таком положении. Пострадать, но пройти. Вот в этом же и весь кайф соулс-лайков. У тебя есть, короче, какой-нибудь пососный меч и здоровенный босс, которого ты еле видишь. Который тебя ваншотит и так далее. И потом, когда ты даешь этому боссу по щам, и ты такой, да, сучка, я это сделал. Но, по-моему, видимо, это совсем другая история. Короче, походу, не сегодня. Давайте, ребят, мы закончим стрим на этом. Завтра мы в 6 часов продолжим эту падлу мучить. Если она совсем меня доведет до бешенства и подергивания глазниц, тогда, короче, вызываем кого-нибудь на подмогу и... Дальше просто проходим. Но дело в том, что если вызвать кого-нибудь еще, тогда следующий босс, он еще сложнее будет. Они же по нарастающей тоже идут. Я поэтому и говорю, то, что всем пока. Они тут, все эти боссы, ну, не рандомно расставлены. Это все на своих местах. Надо, типа, превознемогая, учиться. Как-то так. Ладно, ребят, будем заканчивать. Всем спасибо за поддержку, за просмотр. Серега, отдельное спасибо за донат. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, пишите комменты там. Ну, все знаете, все умеете, что рассказывать. Давайте, ребят. Здравствуйте. Давайте, ребят, всем пока. До завтра.